Так, надо бы поехать к Филу Кэссиди. Так, ну все, я приехал к Филу Кэссиди. О, Россия опять. А где ж Фил Кэссиди? Фил! Странно. Фу, напугал меня. Что случилось? Какие-то бандюки хотят похитить Луизу и сына. Что? Не понял. Еду быстрее. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Где-то 5 минуточек спустя. Так, я не понял. О, нет! Давайте, выходите. Давайте вы пока что у меня поселитесь. Хорошо. Так, ну все, я себе другую крутую тачку привез, а то я не хочу на этом черном ведре ездить. Ладно. Иду. Фух. Фил меня сбунтовал. Ну ладно, ложусь я спать.